В Шымкенте в отношении предполагаемой мачехи Изверга возбудили второе уголовное дело. Помимо жестокого обращения с 8-летней ВИЧ-инфицированной приемной дочерью, женщине предъявили обвинение по статье 126 «Незаконное лишение свободы». По данным прокуроров, расследование дела близится к завершению. На этой неделе оно будет передано в Енбекшинскую районную прокуратуру. Пострадавшая девочка все еще остается в центре «Мать и дитя». В ходе следствия все вопросы, касающиеся вот неправильного, значит, воспитания и причинения каких-либо страданий, в том числе телесного характера, исследований путем проведения соответствующих экспертиз. Поэтому мы считаем, что есть достаточные доказательства, собраны на настоящий момент. И сегодня же в надзорном органе прокомментировали случай в Мактаральском районе, когда в результате ДТП с участием помощника прокурора области погиб 6-летний мальчик, переходивший дорогу вместе с мамой. Уголовное дело не было возбуждено. Никто не застрахован от такого случая. И только вина определяет, несет ответственность или нет. У этого человека не было возможности предотвратить наезд. Ребенок выбежал на дорогу. Рядом находилась мама. И сегодня мама и другие родственники абсолютно никаких претензий не имеют и согласны с принятым решением.